Асад Кутуб, хирург из Гамбурга, узнает у специалистов Краевого диагностического центра все детали их работы. Для знакомства с алтайским медицинским кластером у гостей всего день. Они приехали, чтобы посмотреть, как работают аналогичные с немецкими больницы здесь, на Алтае. Непосредственно с вашими диагностическими, так сказать, полностью соответствует абсолютно нашим представлениям. Да? Мы даже не повторяем этих исследований у себя, потому что они у вас сделаны на очень высоком уровне. Кстати, пациенты с алтайской земли там не редкость. Петр Мюллер, онколог с многолетним опытом работы, рассказал, что недавно им удалось вылечить 16-летнюю пациентку. Она стояла в очередях на осмотр, даже проходила лечение. Но ее опухоль у нас признали неоперабельной. Сейчас девушка, к счастью, здорова. Я хочу сказать, что если в самом начале она считалась абсолютно неоперабельной и пациенткой без абсолютных шансов, то в конце лечения нам удалось полностью развернуть ситуацию на 180 градусов. И абсолютно неоперабельная опухоль оказалась операбельной, и господин доктор Кутуб очень квалифицированно и чрезвычайно успешно смог прооперировать эту пациентку. Гости из Германии приехали, чтобы договориться о будущих рабочих отношениях со специалистами из Алтайского края. Кота в мешке брать не хотелось. Все, что мы видели на сегодняшний момент, представляют из себя весьма профессиональные медицинские учреждения с очень высокими стандартами лечения. В связи с этим хочу выразить всем коллегам в Алтайском крае свою глубокую признательность и выразить признание их высокого профессионализма. Мы готовы пригласить к себе коллег из Российской Федерации, чтобы показать те стандарты медицины, которые есть у нас, чтобы они могли вжиться в эти стандарты и адаптироваться их здесь. В планах развития международной телемедицины, а также стажировки наших врачей в стенах немецких клиник. Такое обучение будет полезно и коллегам из Германии, особенно это касается хирургической практики. В свою очередь, медики края надеются таким образом удержать молодых специалистов на родине. Нам очень важно, опять же говоря, о технологиях, о опыте, когда молодые наши специалисты, когда идет профессиональное становление, чтобы он понимал тот уровень возможностей в рамках своей профессиональной траектории, своей возможности. Да? То есть есть клиники Алтайского края, есть российского масштаба. Мы готовы открывать ворота с помощью коллег. Немецкая делегация провела в наших больницах весь день. Врачи познакомились с работой каждого отделения онкологического, диагностического и кардиологического центров. Пока только решили, что сотрудничеству быть. О планах еще будут говорить. На Алтае немецкие врачи будут и завтра хотят полюбоваться красотами Телецкого озера. Дарья Демиллер, Александр Антропов. День с толком.